Пиши признательное. Слушай, найди-ка мне аудитора на завтра. И если хоть что-нибудь выудит, весь отдел на вылет. Привет. У меня будет ребенок. Вы ведь и так знали. Разберись с ним. А тебе что? Деньги давай. На приличную должность тебя никто не возьмет. Она тебя везде достанет. Это трындец какой-то. Все ровно будет. Дворовых псов нельзя прикармливать. Они тебя разорвут на куски рано или поздно. А вы сейчас что сделали? Я посадила их на цепь. Мы переезжаем, Катя. Этой квартиры больше не будет. Когда ты уже врубишься, ничего не будет хорошо. Так будет всегда, только еще хуже. У нас ничего нет и ничего не будет. У меня жена в роддоме. Жить негде, денег нет, а вы лезете ко мне. Че лезете ко мне? Что ты разорался-то? Сам продолбался. Ну, я сразу решил. Приезжать кого-то надо, раз ты домой приглашаешь. Если надо, скажи. А я скажу. Никогда ничего не жди. Ни от него, ни от других. Close doors, I'm a fool for your love.